Bonjour, monsieur. Bonjour. Que voulez-vous? Но ведь вы же русская. Русская. Извините, образовалась привычка говорить с гостями по-французски. Да разве у вас бывают французы в русской столовой? Да, довольно много. И все спрашивают непременно зубровку и блины. И даже борщ. Вы что-нибудь уже выбрали? Да нет, посоветуйте что-нибудь. Нынче у нас борщ, щи по-флотски, битки по-казацки. Можно иметь отбивную телячью котлетку и, если желаете, шашлык по-карски. Прекрасно. Борщ и битки. Водочки желаете? Охотно. Закусить что прикажете? Есть чудная дунайская сельдь, красная икра недавней получки, каркуновские огурчики малосольные. Что я прикажу закусить? Если позволите, сельдь с горячим картофелем. Вино какое? Красное, обыкновенное. Какое у вас здесь подают? О, нет. Мерси. Мерси. Ни воды, ни вина с водой не пью. Вода портит вино, как повозка дорогу и женщина душу. Le gâte le vin, comme la charrette le chemin, et la femme l'âme. Хорошего же вы мнения о нас, женщинах. Зачем я ее обидел? Теперь я получу только то, что все. Вежливость и безразличие. Безразличие и вежливость. Добрый вечер, сударь. Приятно, что вам у нас понравилось. Доброго здоровья. Я давеча пошутил, довольно неуклюже. Рад, что вы не сердитесь. Как величать прикажете? Ольга Александровна, а вас позвольте узнать? Петр Платонович. Очень приятно. Раздевайтесь, пожалуйста. Спасибо. Нынче у нас Петр Платонович чудный рассольник. Повар у нас замечательный, на яхте у великого князя служил. Прекрасно. Рассольник так рассольник. Пожалуйста. Благодарю вас. Ольга Александровна, да? Я был бы рад, если бы вы со мной смогли присесть. Мы поболтали бы немножко. Может быть, удастся. Сегодня народу совсем мало, я только предупрежу.